приходить? Вы на этот аборт не придете. Режиссер идиот. Актер в главной роли не знает английский. А второй весит на 15 кило больше положенного. Второй это я, и я умираю с голоду. Кольцо для нашего Кирка Дагласа. Внимание, новые мобильники. Ура! Лови, пришелец. Мне тоже телефон. Вы включили меня в семейный тариф? Папа пытается сказать, что ты тоже Смит. Мы не могли не включить тебя в свой тариф. Ты прав. А еще Смит должен научиться затыкаться, чтобы я мог насладиться минутой славы. Ты все испортил, сынок. На глазах у моей жены. Прости, просто я рад за Роджера. Так мило с твоей стороны, Скотти. Скотти? Я дал тебе новое прозвище. Скотти твой любимый персонаж Звездного пути. Он не делает ничего особенного, лишь обеспечивает полет Энтерпрайза. Начинаем семейный вечер игр. Теперь внимание, народ. Придет концерт века. Смотрите, Fabulous Thunderbirds. Я их помню. Это Стивер и Вон с ними играл. Лучше старший брат Стивера и Вона, Джимми. Правда, здорово. Но мы не собирались. Я достал лучшие места. Центр ложи. Всего 17.50. 17.50 с каждого? О, представляете? Комиссию сайта я с вас не беру, это я проплачу. Как и пироженку сан... И как же меня вставить-то? Сегодня полнолуние. Роджер, вот это я тебя опоздал. Простите, ребят, не до игр. Что? Режиссер неожиданно назначил репетицию. А пропустить нельзя? Я бы с радостью, но постановка ужасна, а завтра премьера. Я решил подшутить и ночью разбил все декорации, чтобы сплотить актеров. И прощайте. Лэд, давайте сходим завтра на спектакль Роджера. Он запретил, но надо его по-семейному поддержать. Я согласен. Обязательно. Устроим сюрприз. Взялись за руки. Лорд, боженька, благослови эти кубики и мою тачку. Дай мне сил противостоять искушению покупать железные дороги. Аминь. Окей, так, начинаем. Пять. Раз, два, три, четыре. Железная дорога. Беру. Театр Лэнгли Фоллс. Вот и театр. Мы сядем на задних рядах, чтобы Роджер не переживал. Надеюсь, там будут голые мужчины. Увидеть бы причиндалы. Причиндалы незнакомцев. Мам, театр закрыт. Извините, прошу прощения, сегодня будет спектакль? Вряд ли. Театр вот уже года два как закрыт. Вы? А чего ж вы здесь подметаете?